Нескончаемые гудки автомобильных клаксонов, восторженные крики, национальные флаги, фейерверки и жалобы на нехватку денег. Ливия отмечает трехлетнюю годовщину восстания, которое привело к свержению в стране режима Муаммара Каддафи. День революции 17 февраля. Так теперь называется праздник, отмечать который в Триполи начали еще в субботу. Если будет воля Аллаха, Ливия будет счастливой. Сегодня мы хотим безопасности, стабильности и, конечно же, экономического развития. Критические отзывы о революции 17 февраля теперь квалифицируются в Ливии как правонарушение. А перед третьей годовщиной событий правительство выступило с заявлением. Власти просят сограждан продемонстрировать решимость и волю, достойно встретив политические и экономические трудности, парализовавшие страну. Ну а пока праздничный салют.